Несмотря на погоду, активисты клубов по месту жительства, студенты АГПА, представители отдела по делам молодежи прошли пешком от улицы Шоссейной к памятнику, который в городе принято называть коротко и емко – ДЗОТ, огневая точка. В августе 1942 года передовые части гитлеровской армии, прорвав оборону, стремились к Армавиру. Им необходимо было переправиться через мост в районе Прочнокопа. Но тут на пути у врага встал ДЗОТ и зенитчики, которые несколько суток удерживали вражескую армаду, подрывая танки и боевую технику. Командовал батареей старший лейтенант Петр Плехун. Молодежь города Армавира должна ценить и чтить память погибших в войне Великой Отечественной, что подростки должны приобщаться к культуре, что должны соблюдать все, чтить традиции. Спустя 3 дня, подняв в воздух авиацию, захватчики смогли обнаружить ДЗОТ и бойцов, которые, разрушив все планы, на несколько дней задержали наступление. В бою Петр Плехун погиб. В память о подвиге зенитчиков в 1970 году в поселке Кирпичный был установлен мемориал, памятник ДЗОТ, а улица Карьерная переименована в улицу имени Петра Плехуна. Памятные страницы Армавира, места боевых действий, ДЗОТ, Форштадт, район водохранилища – тропами войны пройдут благодарные потомки. На каждой точке маршрута ребята возлагают цветы и проводят митинг памяти, где вспоминают страницы героического прошлого нашего города. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».